если мы сейчас поцелуемся, это будет неправильно. Адекватные люди, они бы так, конечно, не поступили. Походу, дело там. Мужик со стриптизершей переодет в школьницу. Одни стриптизерши. Это реально школьница. А вы видели вообще его? Кого? Палтус. Рыба мерзкая. У нее глаза в кучу. И падалью питается. О чем вы здесь секретничаете, а? О, Палтус. Тю-тю-тю, подожди, подожди. А может мне все-таки в институте восстановиться? Я за это время фирму открою, тебя в дорогой ресторан позову. Ну хорошо, зови, что. Если мы еще вместе будем. Взрослый человек. Я тебе сейчас лоб пробью. У него есть работа. Но для меня это правда, это дело всей моей жизни. У него есть цель. Компанию не закрыли? Нет, еще ползаем. Что если ты? Ты никак не реализовываешься. Он приходит с работы уставший. Ему нужно спокойствие. Че, постригся как идиот? Да как всегда. Вы не совпадаете. Тебе нужно встать на ноги. Тебе нужно вылезти из инкубатора, начать реализовывать себя как личность. Короче, ты 3 месяца без зарплаты. Потом платите? Ну, потом платим. Может быть. Работать будем? Хорошая. Нужно, чтобы женщина развивалась независимо от мужчины. А если она мне помогает мужу, как же он может динамично и мощно развиваться? То есть в этом проблема? Типа я ничего не делаю? Сытый голодного не разумеет. Голодный к уме, хлеб на уме. Бабы с возом. Хватит. А мы с тобой справимся. Мы же адекватные люди.